Так, всем привет, с вами Комаров Виталий. Это видео для тех, кто не умеет смотреть сферическое видео. Я уже видео такое простое сделал, как говорится, опубликовал. Теперь вот на самом сферическом видео. Сейчас я ухожу с кадра, вы можете меня сопровождать этим видео. Если вы смотрите на компьютере, вы можете его вращать. То есть берете курсором мышки, наводите на видео, зажимаете левую клавишу мыши и ведете, например, справа налево. Видео вращается. То же самое слева направо. Видео вращаются. Но она не только так вращается. Она еще вращается сверху вниз. То есть сейчас вы можете посмотреть, какой у меня потолок. Вот здесь, например, 2.15. То есть берем курсор мыши сверху, вниз ведем. То есть зажимаем левую клавишу мыши и ведем сверху вниз. Видео вращается. То же самое снизу вверх. Видео вращается. Вот. Это на компьютере. Все, больше там нет ничего. То есть вот так вот его можно смотреть. Компьютер сам крутить, вертеть не надо. Ни вправо его, ни влево. А вот то, что касается с телефона, можно видео смотреть следующим образом. Там два способа. То есть вы можете смотреть видео на смартфоне, поворачивая. То есть берем вот так вот его и крутим. Вот так вот крутим. То есть вправо переносим телефон, влево переносим телефон, вверх переносим телефон, вниз переносим телефон. И видео вращается. Это своего рода урок, как смотреть видео. Сейчас вот вы, например, можете полностью оглядеть комнату. Вот, например, у меня здесь кубики, рубики лежат. Здесь вот елочка стоит. Вот здесь вот пепсикола с ложками, ручка, сигареты лежат. Если, конечно, тут, ну, нормально. Здесь вот вход. Вот здесь вот кот мой балдеет. Это все можно разглядеть на сферическом видео. Телевизор вот у меня сейчас показывает. Вот я сейчас стою возле телевизора. Вы можете прокрутить видео и увидеть, что телевизор что-то там показывает. Вот. Беру я, значит, вот эту камеру. Она у меня на подставочке, на самодельной. Вот мне. Это вот следующая моя комната. Сегодня я здесь, например, делаю вот эту вот колоночку. Я сюда встраивал вот этот вот модуль Bluetooth китайский. Мне, кстати, понравилось. Хорошо работает. Вот здесь кресло стоит. Вот стол еще не убран. Паяльная станция. И этот самый, как его, термопистолет. Отвертки всякие лежат. С другой стороны микроскоп стоит электрический. Тестер лежит. Вот он, например, вот так вот тут лежит. Здесь вот паяльная голова лежит. Телефоны старые. Мои очки. Все это можно разглядеть. Вот такое вот оно сферическое видео. Вроде бы ничего такого сложного нет. Еще раз я вам говорю. То есть берем видео, смотрим, например, палец ставим вверх экрана телефона и ведем его вниз. Видео у вас крутится к потолку. Палец снизу, ведем вверх. Видео у вас движется к полу. Палец с правой стороны, видео влево, у вас видео крутится в одну сторону. С левой стороны палец вправо ведем, видео крутится в другую сторону. Вот так вот, вот такие вот порядочки. Вот я, например, совершенно сбоку стою камерой, и меня, если вы будете крутить видео, меня будет видно. Вот так вот. Ну, надеюсь, вы теперь разобрались, что такое.